От всей души приветствую моих подписчиков канала на YouTube. Я вот сейчас прокомментирую вопрос, который задают мне многие армянские пользователи. Почему ОДКБ пришла на помощь Казахстану, хотя там было внутриполитическое противостояние, и сейчас оно идет. И почему она не пришла на помощь к Армении? Я объясняю вам ситуацию. Вот давайте сразу поймем. Армения и Россия – дружеские страны. Но вы еще пока не оценили всю квинтэссенцию дружбы. Вот смотрите, я объясню просто. В Сирии есть нефть. И поэтому Россия пришла на помощь Сирии. На Донбассе есть уголь. И Россия, безусловно, поддержит народ Донбасса. А в Казахстане есть космодром, есть уран и есть залежи полезных ископаемых. Безусловно, Россия найдет все правовые основания, чтобы поддержать Казахстан. Потому что там есть что взять. Запомните, мы Россия. И мы дружим только с теми, с кого есть что поиметь. Просто так мы никогда не делаем ничего. Вот вы должны это понять как данность, как аксиому.